Вот это уровень Кадырова, который, как бы, это то, чем он должен был заниматься. Но здесь этот человек, снимающий скетчи и вайны, он еще и решает судьбы. Голос Ичкерии. Саляму алейкум. Если вдруг на нас нападет, например, Швеция или США, оккупируют наши земли, будут пытать и убивать нас, но разрешат нам молиться и строить мечети, война против них – это не газоват? Давайте начнем этот эфир с обсуждения скетчей, которые снимает Кадыров. Я не буду вам их здесь показывать. Целиком покажу просто два стоп-кадра из двух скетчей. Это скетч на тему, как Кадыров заставляет Зеленского подписать капитуляцию. И, значит, второй скетч, это как Зеленского приводят якобы к Кадырову. У него, как видите, нос в кокаине, типа. И он просит Кадырова взять его в полк Ахмат. Это настолько несерьезная тема, что я считаю, даже комментировать вот эту тему, я считаю, не своим уровнем. Не говоря о том, чтобы снимать подобное. Вот представьте, я вдруг вот на себя примерил, плюс там были какие-то предложения, что если снять там ответный скетч там, и так далее. И вот я на себя это примерил и думаю, ну, представляю себя, что я вот сел, какой-то образ на себя примерил, какого-то актера, значит, пригласил в виде там Кадырова, допустим, этот актер там отыгрывает извинения там, или еще что-то, и я с таким серьезным лицом сижу, и потом это все вот выдаю, и я подумал, да не, ну, вообще как бы несерьезно, а я всего лишь блогер. То есть я, если бы я подобное делал, это еще можно было бы как-то объяснить, но практически никакой ответственности блогер. А тут государственный чиновник российский, глава региона, человек, о котором на полном серьезе говорят, что а если вот возможность, что он займет место Путина в Кремле, вот вы представляете, на полном серьезе задают такие вопросы украинские журналисты, на каких-то серьезных щах это обсуждается, в каких-то эфирах. А вот может быть это значит преемник Путина? Возможно ли такое, что россияне проголосуют за Кадырова? Вот на полном серьезе идут эти разговоры. И тут на тебе, мы видим, вот, понимаем сущность этого человека, этих людей, их уровень. На самом деле, я, конечно, был бы рад, если бы Кадыров снимал скетчи. Снимался бы вот в этих шуточных вайнах всяких. Он, на самом деле, он не первый раз это уже делает. Он со всякими там вайнерами, забыл, как их уже зовут. Помните, их привозили в Грозный, он с ними там тоже отыгрывал, в их каких-то вайнах снимался. Если бы он занимался бы вот этим профессионально, снимал бы вайны, скетчи, какую-то вел бы там какой-то свой блог, а не убивал людей, не мучил людей, мы были бы только рады. Проблема вся в том, что этим занимается человек, наделенный неимоверной властью в рамках, как минимум, региона. И у этого человека вот такой уровень. Уровень его развитости, его интеллекта, его способностей, в конце-то концов. Вот это на самом деле абсолютно не смешно. Это вещи, которые не радуют. Потому что этот человек, вот этот вот закомплексованный, какой-то не выросший еще из даже не то что из юношеского, из какого-то подросткового возраста, не вышедший еще человек, его наделили властью, дали ему там и деньги, и ресурсы, и все, что необходимо. И его даже не обременяют какими-то рамками российского закона, российской конституции, от него не требуют, чтобы на территории, разумеется, этого региона, отданного ему, чтобы на этой территории он даже в рамках этой конституции действовал. От него, ну, какие-то формальности, может быть, там из Кремля ему позвонят, скажут, типа, держись, придерживайся формальности, но не более того. То есть никто его не накажет за то, что он отдаст приказ об убийстве какого-то человека, отдаст приказ о том, чтобы ему подбросили наркотики, там, посадили в тюрьму правозащитника или какого-нибудь общественного деятеля.
скажет, отдаст приказ его там, пытать, его будут пытать, он, ну, погибнет, ничего страшного. Кремль его за это не будет никак наказывать. И вот это вот, на самом деле, это страшно. Это не то, что не смешно, это страшно. Страшно, что такой человек, который должен был в лучшем случае снимать вайны, где-то в ТикТоке, там, в Инстаграме, и мы должны были просто смотреть эти ролики, ну и кому нравится, тот бы подписывался, смеялся бы над этим, кто-то просто прошел бы мимо. Ведь это уровень, вот есть один украинский такой блогер-пародист, я натыкаюсь на него в Ютубе. Вот он снимает, он, кстати, недавно снял такую пародию на Кадырова, на то, как он постоянно говорит «Дон, Дон». И ну, кому-то это интересно, да, кому-то смешно. Но этот вайнер, этот пародист, блогер, он не президент Украины, он даже не губернатор какой-нибудь области в Украине, понимаете? Он просто пародист. Он просто снимает, просто делает смешно. Кому нравится, тот смеется, смотрит. Кому не нравится, просто прошел мимо. От этого человека ничего не зависит, судьбы ничего не понимаете. Вот это уровень Кадырова, который как бы это то, чем он должен был заниматься. Но здесь этот человек, снимающий скетчи и вайны, он еще и решает судьбы. И это очень плохо и страшно. Конечно, понятно, что ни Зеленский, никто из серьезных людей на это никак реагировать не будет. Кадыров будет снимать скетчи про Зеленского, а Зеленский будет встречаться с мировыми лидерами. Зеленский – это человек, который сегодня уважаем в этом мире с мировыми лидерами. Конечно, он не будет на эти вещи реагировать и правильно сделает. Голос Ичкерии. Саляму алейкум. Если вдруг на нас нападет, например, Швеция или США, оккупируют наши земли, будут пытать и убивать нас, но разрешат нам молиться и строить мечети. Война против них – это не газават? Алейкум ассаляму. Это вопрос ко мне? Какая разница, кто на нас нападет? Если кто-то на нас нападает, он является врагом. И защищаться от этого врага является, безусловно, обязанностью, священной войной для каждого, кто в состоянии вести эту войну. Оборонительная война – это не тот вопрос, в котором есть какие-то там поблажки и так далее. Там, если ты можешь обороняться, ты должен, обязан обороняться. И не важно, кто на тебя нападает. Если этот вопрос связан с тем, что была бы такая же реакция, типа если бы это была не Россия, а какая-то другая, конечно, была бы. Конечно, была бы. Кем бы эта страна ни была, если она нападает, если она пришла для того, чтобы убивать твоих граждан, чтобы сделать их своими гражданами, чтобы оккупировать твою территорию, конечно, безусловно, с этой страной, с этой армией нужно сражаться. Но напоминаю, на нас никогда не нападал никто, кроме России. У нас пока вот на протяжении 400 лет не было проблем ни с одной страной, ни с одной армией этого мира, кроме как с российской. Нас убивали, нас бомбили, наши города, села стирали с лица земли. Российская армия это делала, никакая иная.